друзья, сегодня начинается наше первое занятие. Это как бы судьбоносная дата пусть для нас будет. И пусть наша статистика по обучению будет прогрессивной. То есть из 25 человек, я думаю, что день-два нас будет 25 уже, чтобы все стали умницами. В каком плане? Мы сейчас оформим все канал YouTube свой, мы научимся писать ролики, все, что нужно для того, и потом уже после этого мы поработаем по соцсетям, потому что это как бы тоже надо. Микрофончики все прикрыты, да? Вот. И сейчас я просто микрофон выключи. Начинаю. Вот почта моей дочери абсолютно пустая. Включить микрофон, чтобы не было слышно, что вы говорите. Так, девочки, прикройте микрофон. И давайте так, вот если где-то какие-то вопросы у вас возникают, допустим, у нас час академический прошел, и после этого задаете вопросы. И если вообще что-то столкнулись на следующий день с какими-то непонятками, там что-то не получается, то звоните в личку, пишите, и мы индивидуально найдем время и этот вопрос решим, задачу-то решим. А каждый откройте свою почту Google у себя. Вот, видите, почта Google, это моей дочери Маргариты. И вот в правом верхнем углу есть вот такой кубик. Когда вы его нажимаете, открываются все приложения к Google. То есть здесь и аккаунт, и карты, поиск, YouTube, новости, диск, контакты, почта, календарь, Google+, вот тоже социальная сеть, Google переводчик. И там еще есть. Мы сейчас заинтересованы только каналом YouTube. Я нажимаю канал YouTube. Его еще нет совсем здесь. Мой канал. Видите, он пустой. Создать канал. Я буду говорить максимально медленно, потому что мне как бы говорили мои партнеры, что я говорю быстро. Если я увлекусь, прям останавливайте. Создать канал. Создать канал. Настроить вид канала. Здесь, видите, ничего нет. Сначала, на первых порах, если вообще ничего нет, мы просто добавим оформление канала, чтобы он не выглядел голым. Но мы его потом исправим. Так, ой, неправильно я сделала. Сначала идем на галерею и просто выберем какую-нибудь картинку. Просто. Ну, вот я, допустим, эту выбираю. Выбрать. Идет сохранение. Шапочки мы будем делать отдельно, где будет наша фамилия, имя, название канала будет обязательно. Вот здесь. Здесь. Когда нажимаете на фотографию, сразу перебрасывает на Google+. Здесь нужно загрузить фото. Загрузить фото. Я, допустим, вот моя дочь. Я загружаю фото ее. Готово. Вот оно фото. Здесь общие сведения, допустим. Дата рождения, род занятий. Интернет-предприниматель. Предприниматель. Вы можете на свое усмотрение писать что угодно. Окей. Далее. Здесь тоже можно выбрать. Ой, неправильно делаю. Так. Это опять на фото. А, здесь фон нужно выбрать. Я его не буду менять пока. Это не очень важно. Вот здесь у нас сейчас встанет фотография наша. Так, сейчас нам нужно сделать описание канала. Описание канала. Заходим. Фотография позже появится. Пишем. Так. Ну, тоже на свое усмотрение.
Здравствуйте, друзья. Или нет? Ну, жизнерадостная, целеустремленная. Чувство юмора. Тоже на свое усмотрение. Я коротко пишу, потом я это все это изменю, конечно. Плейлист будет доступен только вам. Так, ролики загружать, все плейлисты, понравившиеся. Мы все эти настройки сделаем позже. Мой канал. Творческой студии. Видите, фотография появилась ее здесь. Затем мы нажимаем на творческую студию. Сейчас почему-то практикуется, что бета-версия у всех. Так. Здесь нам нужно сразу нажать на настройки и загрузить классическую версию. Поставить, сохранить. Так. Здесь предлагают сразу загрузить что-то. Мы это не будем делать. Переходим на мой канал. Мы уже классическую версию загрузили. Затем настроить вид канала. И вот здесь написано «О канале». Нажимаем. Здесь мы должны указать свою почту. Почту. Так, почта. Нажимаем почту свою рядышком. Именно к этой почте прикреплен ваш канал YouTube. Вот здесь копируем почту. Копируем ее. И понесли на канал YouTube. Вот здесь ставим свою почту. Готово. Готово. Страна указать нужно обязательно. Россия. Так, Россия. И ссылки. Ссылки. Ну, у Маргариты, у моей нет соцсетей. Я поставлю свои ссылки. Добавить. Вот здесь мы пишем название. Я перехожу, буду оставлять свою ссылку. Позже я и, конечно, сделаю свою страницу ВКонтакте. Но пока поставлю свою, чтобы вы видели. А потом изменю. А вы ставите свою. С контактов. Видите, заходите на страницу ВКонтакте, нажимаете на «Моя страница». В верхней поисковой строке вот делаете левой клавишей «Тюк», копируете вот это. Это ваша ссылка. И несете на свой канал YouTube. Вот здесь напишите ВК. ВК. Так. Далее добавить. Можно добавить Facebook. Так. Facebook. Тоже свою ссылку сделаю. Вот нажимаете в Facebook на свое имя левой клавишей. И копируйте в верхней поисковой строке ссылку. Точно так же. Вот здесь пишите Facebook. Так. Facebook. И здесь ставите ссылку. Вставить. Добавить. Ну, добавить можно Instagram. Так, Инстаграм. Копируйте ссылку свою и несете. Здесь пишите Инстаграм и вставите свою ссылку. Видите, три ссылки. Можете добавить Одноклассники. Добавим Одноклассники. Я это делаю для того, чтобы вы видели, как это делать, где берется сама ссылка. Ну, допустим, я себя
Войти. Видите, у меня все входы через телефон. Почему? Потому что у меня однажды увели 1000 моих друзей. И я все сделала через телефон. Вам тоже советую. Через код на телефоне. Здесь, кстати, кто в Биэпик, кто в Биэпик, здесь у меня есть группа. Можете свои посты выставлять в этой группе, она уже раскрученная. То есть заходите, я вам дам ссылку. Это то, что касается Биэпик. Можете по гидроплазме вставлять. Для партнеров все можно. Здесь мне нужно взять ссылку. Я нажимаю на имя. На свое имя нажимаю. И вот здесь беру ссылку. Здесь пишу «Окей», «Одноклассники», и ставлю ссылку с «Одноклассников». Ну, я думаю, 4 ссылки, 4 значка, это будет достаточно. Готово. Видите, 4 значка. Теперь что происходит, когда заходим на мой канал? Вот они, значки. Далее мы красоту наведем. Здесь имя, название канала сделаем. Что нужно сделать следующим шагом? Нажимаем левой клавишей на творческую студию. На творческую студию. И здесь есть, находите в меню слово «канал». Галочку нажимаете. Находите «загрузка видео». Вот почему-то даже сразу вот два замечания, хотя никаких замечаний еще не было. Подтвердить. Так, получить смс и номер телефона ввести нужно. Номер телефона отправить. Сейчас придет мне код шестизначный. На телефон приходит, который номер вы указали, приходит код. Я его вставляю сюда. Ой, куда-то вставила, непонятно. 987. Так, вставила код, отправляю. Все. Подтвержден мой канал, подтвержден. Видите, подтверждено. Далее, что нам нужно сделать для того, чтобы мы разместили видео какое-либо, и чтобы нам не нужно писать от руки под каждое видео свою реферальную ссылку, описание, что-то еще. У нас должно быть это все уже заложено сразу. Загрузка видео. Нажимаем. Левой клавишей занимаем «загрузка видео». Видим вот такую картину. Конфиденциальность. Открытый доступ. Да, нас это устраивает. Бывает доступ по ссылке ограниченный. Ограниченный доступ только вам доступен. Но, возможно, вы захотите что-то загрузить только для себя, то будете ставить под этим роликом ограниченный доступ. Доступ по ссылке это все тоже не могут смотреть. Кому вы дадите ссылку, тот и увидит это. Меня устраивает открытый доступ. Здесь нужно выбрать категорию левой клавишей на галочку и ищем люди и блоги. Люди и блоги. Кто развивает там спортивную тему или какую-то любителей, тут можно, ну, хоть что угодно. Ведь хобби, стиль, наука, музыка. Мы выбираем люди и блоги. Стандартную лицензию оставляем. Название. Какое название, допустим, я напишу, ну, например, сетевой или современный MLM, или MLM, допустим, MLM. Актуально, ладно, название. Описание. В описании мы должны сделать приветствие.
Я заранее приготовила, допустим, и каждому вам рекомендую создать свой чат отдельный в вашем скайпе. Вот, допустим, на контакты нажимаете. Подвисает немножко. И здесь создать новую группу левой клавишей. И вот выскакивает у вас вот такое название, беседа без названия. Называете ее, допустим, «Мои документы», «Мои важные записи», допустим. Ну, как угодно. Или просто «Мои», или вообще как хотите вы. Галочку ставите. Вот. И здесь вы будете один-единственный участник. То есть никого лишних не будет. Это будет лично для вас. Вы будете здесь выставлять, допустим, вот у меня, допустим, все, что важно для меня, вот, допустим, я сюда выставляю. Вот, я приготовила текст, так как я буду по видеобонусу делать ей, дочери, потому что она в дальнейшем будет работать. Я приготовила текст. Я его вставляю сюда. Текст таков. Здесь что-то команда построения. Чтобы красного не было, правой клавишей нажимаете «Добавить в словарь». Тогда у вас не будет красного. Видите, вот текст, да? Каждый придумайте для себя. Я, допустим, вам вот сейчас вот выставлю в чат как формат. То есть вы не переписываете, каждый пишет свое. Это, то есть формат это. Примерно вот в таком вот, такого содержания можете короче сделать, можете длинней, можете хоть что здесь написать, это ваше творчество. Вот, для того, чтобы нас видели во всех поисковых системах Google там или других, должны быть хэштеги. У меня тоже есть хэштеги, я для вас тоже приготовила хэштеги, то есть... Они нужны бывают через запятую. Вот здесь написано «Ирина Клейн», вы будете писать свое имя и фамилию. Хэштеги очень важны, потому что именно по этим хэштегам, допустим, кто-то ищет интернет-магазин, и он будет набирать в поисковике на YouTube, и ваш ролик уже будет там. И чем больше просмотров будет на вашем ролике, вашего ролика, тем выше он будет, тем быстрее люди его увидят. То есть вот это очень важные слова, которые я нашла именно методом анализа, не методом тыка. Потом у меня есть хэштеги, которые тоже вам пригодятся, когда мы будем наращивать подписчиков. На VideoMoney сервис тоже такой. И еще есть хэштеги, которые по соцсетям я вам потом дам, потому что сейчас здесь просто информацию будет закрывать. Сильно много места занимает. То есть отдельно по Одноклассникам, по Фейсбуку, ВКонтакте, то есть для Инстаграм будут отдельные хэштеги. Вот. Вот здесь нужно было мне разделить, наверное. Так, копировать. И удалить, чтобы разделить, удалить. Так, и здесь я сделаю вот так, чтобы вы не путались. И здесь вставить как текст. Это все нужно будет себе сохранить в важные документы. Когда важную информацию чат для себя сделаете, то обязательно сохраните это для себя, это будет нужно вам. Дальше, вернемся мы сюда. Нам нужно для YouTube. Берем вот эти хэштеги. Видите, здесь продвижение на YouTube есть. Копируем их, понесли сюда и вставляем в описание. Видите, поставила я все в описание. И вот здесь отдельно тоже есть окошечко. Сюда тоже вставляете эти хэштеги. Видите, они все здесь нарисовались. Все, здесь мы все сделали. Видите, приветствие есть, хэштеги, здесь хэштеги вставили. Здесь, значит, разрешить комментарии, да, обязательно нужно.
Разрешить пользователю просматривать рейтинг этого видео. Пускай смотрят. Так, причины. Ну, здесь больше ничего не нужно ставить, дополнительных галочек. Все уже есть. Вот на этой стадии у кого-то есть вопросы? Или повторить что-то? Сохранить. Сохранили мы. Все, сохранено. Ребятки, есть какие-то вопросы здесь? Нет? Далее. Мы хотим иметь какой-то фирменный стиль у своих роликов. То есть мы можем нажать на фирменный стиль. То есть когда ваши ролики, допустим, вот мой канал YouTube, вот, на моих роликах, на всех вот, есть вот такой значок, видите? Раздался. Вот он, значок. Такой же значок вы себе поставите. Добавить логотип канала левой клавишей. Выбрать файл. Так, рабочий стол. Я с диска D буду брать. Так. Логотипы, логотипы. Прозрачные. Вот они, логотипы. Ну, какой-нибудь логотип. Например. Ну, вот этот, допустим. Открыть. Сохранить. И вот здесь у нас уже видим, какой логотип будет здесь. Сохранить. На всех роликах будет ваш логотип. То есть здесь еще стоит в заданный момент. Вы галочку нажимаете. Все время. Обновить. Все. Это будет отображаться на всех ваших роликах. Логотип. Затем что здесь можно еще посмотреть? Так, статусы, функции. Статусы, функции. Ну, это мы пока не будем это касаться. Включена у нас, включена загрузка видео. Тут можно прямые трансляции, но это все позже будет. Позже. Когда у вас будет много подписчиков, включим монетизацию. Далее нажимаем дополнительно. Здесь что мы смотрим? Число подписчиков вы хотите, допустим, чтобы показывали? Можете это убрать, а можете не убрать. Можете не показывать, можете показывать. Далее, если ваш канал связан с другим сайтом, сообщите об этом. Сюда можно сайт добавить. Ну и в принципе, ключевые слова. Ну вот эти же и поставим ключевые слова. То есть хэштеги поставили в ключевые слова. И сохраняем. Сохранили. Так, что еще можно здесь? Канал. Так, фирменный стиль, загрузка, статусы, функции. Так. А, сообщество. Нажимаем сообщество. Левой клавишей все. Настройки сообщества. И смотрим здесь, что тут можно для себя. Здесь, во-первых, нужно обратить внимание, разрешить все комментарии. Должны быть разрешены. Иначе никто к вам, никто вам не оставит, и никто не создаст вам вирусную активность. Вирусная активность, то есть у меня, допустим, 1500 подписчиков, а у Тани, допустим, 0. Если я приду к Тане и поставлю комментарии, то все мои 1500 подписчиков увидят ее ролик. Я разрешаю и вам советую тоже разрешить. Но здесь ничего нету пока. Сохраняем. Сохраняем. Далее что? Смотрим. Тут много интересного, конечно. Далее. Я вам сейчас покажу, как вам сделать первое видео, залить. Значит, вот здесь видите значки. Вот это, значит, приложение YouTube есть. Видите? Вот они. Тут разные приложения есть. Вот это, значит, сообщение. Вот здесь уведомления. Когда вы утром встанете и когда вы начнете
сервисами работать, то у вас будут прибавляться подписчики. Пока ноль. Вот у Маргариты ноль подписчиков. А у нее будут. И она, когда откроет уведомление, здесь будут люди отражаться. Кто пришел к вам на канал, подписался. И, естественно, как бы это корпоративная внутренняя этика нам диктует о том, что мы должны нажать на имя каждого, кто к нам подписался, и подписаться взаимно. Только так идет продвижение на YouTube. Итак, на этой стадии что-то повторить надо, ребята, или нет? Ирина, скажи, пожалуйста, фирменный стиль, как мне отвечали. Вот у тебя на рабочем столе есть логотипы, как этого не берут? Ну-ка, Наташа, не поняла вопроса. Вот у тебя логотип на рабочем столе есть, нашла, да, и фирменный стиль. Фирменный стиль нет, не на рабочем столе. Я нахожу так, допустим, прозрачные, вот здесь, допустим, идете и в гугле пишете прозрачные иконки. Так. На YouTube можете. На значок. Чок. YouTube. Допустим. Ну, я вот зря написала, что на значок YouTube. На значок просто. Видео. А то у меня один YouTube и выдало. Найти. Так. Так, проблемы с иконки. Фото. Фото. Картинки. Вот, допустим, бесплатные иконки, файлы. Это что еще? Выскочили. Вот такие я вам дам прям. Вы можете другое найти, это покопаться надо. Просто в поисковик залезли и покопались. Вот здесь напишу иконки. И дам. Вот то, что я нашла, я дала ссылку. Ну, все поняла. Спасибо, Ирина. Поняла. Вот здесь берете, допустим, иконки. Так, далее. У нас задача первое видео сделать. Допустим, понравилось вам видео какое-то, я, допустим, беру, где можно взять интересные такие, цепляющие. То есть не обязательно там по вашей компании. Людям интересно все. Понимаете, если у вас, допустим, какое-то интересное, музыкалочка или что-то там, какой-то ролик интересный. Вот здесь вот в опере, и у вас тоже есть WhatsApp. Потому что с телефона это как бы для меня вот проблематично оттуда все доставать, пересылать на почту, потом, значит, с почты сюда вытаскивать. Вот я у меня в опере. Здесь очень просто, можете установить просто штрих-код, тут сфотографируйте, ваш телефон будет уже привязан. Вот, допустим, я здесь, вот смотрю, вот мне высылают что-нибудь интересное. Анекдоты неинтересны мне. Вот смотрю, что тут. С первым днем октября. Так неинтересно. Так. И вот здесь смотрю, кто мне что прислал. Может, какой-то ролик смешной там. Или цепляющий. И я отсюда просто беру. Ну, это вот внучка мне, допустим, фотографии понаслала. Она с Питера только вернулась. Так, допустим, отсюда что-то. Здесь понятно, как вам нужно WhatsApp в интернете, да? В компьютере найти. Вот. Ирочка, а показать еще и как WhatsApp в компьютере найти? Потому что я уверена, что мои люди этого не знают. Ну, как обыкновенно.
Вот у меня опера, допустим, и вот они значки здесь, видишь? И в каждой опере есть вот такие значки. WhatsApp. Вы нажимаете на него, и вам предложит WhatsApp. Вот здесь написано, телефон не подключен. Видите, что ваш телефон подключен к интернет. У меня подключен телефон к интернет. Он у меня открылся. Но вам предложат что? Сфотографировать штрих-код. Вы зайдете в телефоне на свой WhatsApp. В правом верхнем углу три точки нажмете. И там написано WhatsApp Web. WhatsApp Web нажмете. И у вас сканер такой появится. И здесь, вот здесь на экране тоже будет такой вот, как вот черно-белые такие квадратики. Квадратик. Вы засканируете его с телефона. Засканируете. И все. У вас появится WhatsApp. Все, что к вам приходит в телефон, будет здесь. Намного удобней, интересней так. Вот, допустим, смотрю, что тут такое. И смотрю, интересно, неинтересно мне. Я очень много информации беру. Ничего не говори мне, мне скажешь, что такое чудеса. Чудеса — это то, что... Вот, ну-ка вот это посмотрим, что. Смотрим. И тут можно скачивать сразу. Десятки тысяч рублей за несуществующие долги. Людям и вот здесь загрузить. Письма от фальшивых судебных приставов. На первый взгляд бланки не вызывают подозрения. Загружаю. После того, как деньги со счетов исчезают, выясняется, что все это искусная подделка. Как ее распознать, разбирался Дмитрий Блинников. Сворачиваю все. Андрей Щеглов получил уведомление из городской службы судебных приставов. Там говорилось, что его счет в банке арестован. Я закрою, вы это посмотрите. Мы сейчас, я как раз показываю, как его скачивать. Я его уже скачала. Отсюда, вот с правого угла, загрузок. Показать в папке. Вот в папке. Я беру вот это, вот так вытаскиваю сюда. Вытащила. Левой клавишей прямо отсюда, с папки, вытаскиваю. Свернула все браузеры, все окна. Оставила только вот это окно большое. И взяла левой клавишей, зажала и вытащила на рабочий стол. Все, закрываем это окно, оно не нужно. Теперь, чтобы нам название это сделать, правой клавишей тюкнули, переименовать. И вот это мы удалим, вот это. И посмотрим, какое же там название. Так, название. Так. Десятки тысяч рублей за несуществующие долги. Людям стали приходить. Так. Десятки тысяч рублей за несуществующие долги. Десятки тысяч рублей за несуществующие долги. Это я вам самый такой вот вариант, вот любое видео так скачивается. Название поняли, когда правой переименовать. И стираем, backspace нажимаем, старое название. Вот это выделяется правой клавишей. Копировать левой. Тюкнули. Теперь опять правой клавишей, чтобы заполнить, нажимаем левой. Свойства. Выскакивает такое вот окно. Здесь смотрим. Общая безопасность, подробно предыдущий. Нам подробно надо нажать. И вот здесь название, допустим. Вот так тюкнули, вставили с мышки. Вот здесь тюк, вставили с мышки. Все звездочки зажгли. Это работает так же, как хэштеги. Загорелись все звездочки. Вставить. Так, что вы не загораетесь? Не хотят. Вот это еще одна осталась. Одна не зажглась, ну бог с ней. Все, название, субтитры, ключевые слова и комментарии мы вставили с мышки. Видите, десятки тысяч рублей за несуществующие. И нажимаем ОК. Нажали. Вот он ролик наш на рабочем столе. Теперь мы пошли на свой YouTube. Все мы сделали, работу свою провели там с роликом. Нажимаем вот это «Создать видео» или «Запись». Нажимаем левой клавишей,
добавить видео. Вот эту стрелочку широкую, рабочий стол. Нажимаем мышь на рабочий стол и смотрим, где здесь десятки тысяч рублей. Так, вот они. Вот. Нажимаем левой клавишей и открыть. Пошла загрузка. Но эта тема не MLM же. Если мы вот это название не сотрем и не поставим с мышки то, что у нас на мышке, то у нас все ролики наши будут под одним названием. То есть мы вот в название ставим именно название ролика. Здесь я очень рад вам, мои подписчики. Так, здесь тоже нужно вставить день в конце. Вот здесь вот так вот прогоним до конца и вставим с мышки тоже сюда. Вот так тоже отредактируем, чтобы красивенько было. И вот сюда тоже в хэштеге правой вставим. Далее. Это же не по теме у нас как бы бизнеса. Вот здесь мы плейлист. Допустим, создать новый плейлист. Интересные события страны. Интересные события. Просто интересные события. Создать. Так, теперь. Вот, допустим, вам не нравятся значки вот эти. Какие-то они непонятные, да? Картинки, допустим, здесь пишите картинки. Ведущая РТР. Так, ведущая РТР. Ну, любое, допустим, любую картинку какую-нибудь можно. Так. Ну, вот эту девушку, допустим, смотрим, какая нравится нам картинка. Любую берем. Давайте вот эту. Правой клавишей сохранить картинку как? На рабочий стол сохранить. И вот здесь, чтобы нам подписать эту картинку, что нужно сделать? Мы нажимаем на ВКонтакте, заходим к себе. Когда мы будем работать с соцсетями, я вам все буду подробно еще объяснять. А сейчас вот здесь вот есть игры. Скачайте себе аватан. Вот здесь в поисках пишите аватан. Аватан. Вот они, видите, выскакивают. Нажимаете, приложение себе устанавливаете. У меня установлено. Фотостатусы установите и аватан. Как с ними работать, я потом расскажу. Но в данный момент мне нужно срочно сделать надпись. На Юле ты можешь купить? Здесь секунды пройдут, мне нужна надпись на картинку, чтобы у меня мой ролик отличался чем-то, не был как у всех. Допустим, вы чужое какое-то видео перекачали, поставили свою картинку, это уже даже за авторские права вас никто не накажет. Если даже... Так, флешплеер запустить, загрузить флешплеер, разрешить. Бывает такое, спрашивают. Так. Теперь аватар загружается. Мы хотим сделать просто открыть фото. Где эта девушка? Вот она. И вот здесь текст мы подпишем, допустим. Текст подпишем. Новости на РТР. Новости на РТР. Добавить. Вот оно. Мы вот так вот растягиваем. Допустим, какой-нибудь... На лбу как-то тоже некрасиво у нее. Вот так вот, наверное. И цвет какой-нибудь выберем. Нет. Вот это. Можем вот так сделать. Вот так. Все. Сохранить.
Вот здесь название сделаем, новости. И сохранить на рабочий стол. Все, это я закрываю, мне больше не надо. Пошла на YouTube. Свой значок. Мы хотим свой значок. Вот мы сейчас только его сделали. Свой значок. Так, новости на РТР. Вот они. Открыть. Наш значок индивидуальный. Ни у кого такого нет. Загрузился. Ролик загрузился. Опубликовать левой клавишей. У нас все ссылки. Что мы продвигаем. Какие компании. Все остается здесь. Вот. Затем нажимаем на название. Вот, Маргарита, поздравляю, первый ролик у тебя. Ну, вот это всегда выскакивает, нужно обновить просто. Несколько раз, возможно, обновить. Бывает такой бзик на Ютубе. Вот, видите, девушка, и вот тут пошел ролик наш. Сразу, не отходя от кассы, мы класс ставим. Так. Здесь еще нажимаем, смотрим. Вот вся информация, регистрация, видеобонус, хэштеги. Все здесь есть. Люди смотрят ролик наш. Я звук отключила. Все. Чтобы взять ссылку на прокачку, допустим, вы закачали о своей компании ролик какой-то. Нам же нужно, чтобы мы все качнули его. Мы поделиться делаем. Копировать ссылку. Копируем. Скопировали и понесли. Вот здесь пишите в наш чат или какой-то чат по вашей компании есть. Друзья, пишите. Друзья. Пошумим. Или пошумите, отвечу взаимностью. Отвечу взаимностью. В любой чат, не обязательно в наш. Допустим, по биэпик, значит, в биэпик. По гидроплазме, значит, в гидроплазму понесли. По другой компании, именно, может быть, несколько чатов. Потому что чем более многочисленный чат, тем больше будет лайков у вас и комментариев. Если вы увидели любой ролик из наших партнеров, кто-то себя продвигает, выставляет в чат, все подписываемся сразу. Нажимаем, переходим по ссылке, и вот здесь вот комментарии, оставить комментарий, видите, пишите, чтобы комментарий работал, копируем название, сначала ставим название, а потом пишем что-нибудь там, свое мнение, пишите, Атас, что творится, ну или там другие слова, оставить комментарий, все. То есть вы оставили комментарий, ваши подписчики увидят обязательно этот ролик. И тоже кому-то понравится, тоже подпишется и тоже класс поставит. Все. Теперь вот это закрываем, опять переходим на мой канал. Вот он ролик, да? Естественно, я этот ролик на открывающее видео не буду ставить. Я какой-нибудь ролик закачаю другой, потому что этот, ну, нельзя, это просто как бы он, так, полушутка какая-то. Так, это закрываем. Допустим, я какой-нибудь сейчас путний такой ролик поставлю, чтобы можно было показать вам мой канал. Так, время сколько там? Ох, мы уже час занимаемся. Ну ничего, еще раз покажу, как нормальный ролик залью. Я быстро сделаю это, потому что медленно я уже все объяснила. Допустим. Так, видео. Так. Сейчас поищу, что мне скачать-то. Ну, вот этот, допустим. Чтобы скачать видео, смотрите, чтобы скачать это видео, мы что делаем? Вот понравилось вам мое, или там Танины, или Александра видео понравилось,
Вы его открываете, просто нажимаете его одним нажатием и видите, посмотрели, нравится вам. Левой клавишей вот так вот тюк сюда делаете. Видите, вот здесь ссылка сразу появилась. Вот как в опере, допустим, в опере, здесь, допустим, при скачивании сразу есть снизу стрелочка зеленая, нажимаешь на нее и скачиваешь. Но в основном я не советую вам лишние какие-то ресурсы закачивать. Поэтому вот таким самым рабоче-крестьянским способом ставим курсор 3W.za.. Ставим курсор. Ставим английский язык нажатием Shift-Alt на клавиатуре. Язык поменялся, две буквы S ставим. Видите? И снизу высветилась жирная ссылка. Левой клавишей нажимаем на нее, и мы попадаем на страницу скачивания. Вот это не советую вам скачивать, не надо. Это все утяжеляет работу компьютера. Скачать без установки левой клавишей, не устанавливая Save From. Вот, потом выскакивает вот такая картинка, и маленькое окошечко скачать, нажимаете левой клавишей. Это так работает Яндекс. В Гугле скачивание появляется в левом нижнем углу, в Гугле. Вот здесь скачивание. Стрелочку нажимаете «Показать в папке». А в Яндексе вот здесь. В разных браузерах по-разному. Вот видите, что идет скачивание фильма. Нажимаем. И вот здесь «Показать в папке». Вот так поводили немножко левой клавишей «Показать в папке». Сейчас появится папочка. Нижние все сворачиваем. Вот так свернули все. Есть и другой способ перенести. Но я советую так. Пока у вас рука не набитая, лучше таким способом. И вот так тащите и бросаете сюда. Бросили, да? Затем, что с ним нужно сделать? Правой клавишей переименовать левой. Копируйте, тюкнули на поле левой, опять правой нажимаете клавишей, нажимаете свойства. Мы же уже сделали такую работу. Затем подробно, потом название, и с мышки вставляете название. Вставляете, все звездочки зажгли. Сюда вставить тоже, и в комментарии тоже вставить. Так, звездочки продавить. Все, окей. Все, мы напичкали, да? Полностью забили. Теперь пошли. И здесь уже мы на рабочий стол вынесли видео, вынесли. Теперь нам нужно, чтобы оно зазвучало под нашим именем. Нажимаем. Добавить левой клавишей видео. Загрузка левой клавишей. Рабочий стол. Так, ищем. Ищем ролик какой-то. Вот он. Нажимаем левой клавишей. Открыть левой клавишей. Пошла загрузка. Я стираю название. То, что на мышке название, ставлю сюда. Так, далее. Вот сюда тоже вставляю название. Enter сделала, чтобы вот так прогоню, чтобы разделить, чтобы побольше расстояния между ними было. Так, вот сюда тоже поставлю. Так, дальше плейлист. Создать новый плейлист обязательно, потому что там у нас новости страны. А здесь у нас видеобонус. Бонус. Так, видеобонус. Так, тире. Пробел. Ой. Видеобонус, тире, сервис по
про движение. Предложение. Вот так вот. Создать. Так, теперь картинки. Картинки по видеобонусу. Я свой значок хочу поставить. Свой значок. Ищу теперь. Так, интро. Ну-ка я посмотрю по видеобонусу. Вот здесь вот. Какую-нибудь картинку. Так, там можно без вложений работать. Вот, заработок на кликах. Открыть. Вот мой значок. Вы обязательно на рабочем столе откройте папочки себе. Картинки компании, допустим, фотографии для соцсетей или что-то еще. Опубликовать. Открытый доступ, проверили, все. Здесь еще недоступно для нового окошечка. Пройдет там некоторое время, количество видео увеличится, и оно будет доступно, это окно для нас. Опубликовать. Все. Готово. Нажимаем на название. Все. Класс ставим. Так, я думаю, что слишком много уже сказала сегодня, да, ребята? Давайте на этом остановимся, потому что открывающие видео слишком много вывели информации вам. Mm-hmm. На сегодня и так много уже, мне кажется. Mm-hmm. Очень важные вещи такие сделали мы. Так, во-первых, мы не прощаемся навсегда. То есть завтра вы начинаете работать. Я вам рекомендую не затягивать это дело, в долгий ящик не откладывать и по горячим следам начинать делать. Вас это дело увлечет, вот это развитие, просто потом за уши не оттянешь. Вы сами увидите, начнете уважать себя. Всестороннее развитие пойдет. Понимаете, это одно цепляет одно за другое. Вам захочется больше, больше, больше. Вот. Сейчас вот для вас важно вот хотя бы до такого вида довести. Будут вопросы, сразу звоните мне. Тут открывающее видео делать еще рано. Пока не будем. Это оставим на третье, на четвертое занятие. Пока вот это. Потом шапочку сделаем дальше. Открывающее видео сделаем. Несколько плейлистов откроем. Будет очень интересно все. Как только возникают вопросы, сразу пишите в личку. Есть вопросы, и мы их сразу решаем. Я останавливаю тогда запись и выставлю запись эту в наш чат.